Сергей, недавно на доме Русова в одной скульптуры отвалилась часть лица, и под ней была обнаружена бутылка. Вот можно получить, пожалуйста, ваш комментарий по этому поводу, почему это могло произойти и насколько вообще логично использовать вот такую технику, как была использована на доме Русова? Ну, скорее всего, эта бутылка там не просто появилась, где кто-то, скажем так, не руками это делал, а другими конечностями. Дело в том, что часть работ по реставрации фасадов исторической части города, к сожалению, делает не скульптора. А, допустим, некий подрядчик, получая заказ, просто распределяет между своими. Часть, конечно, передает какие-то позиции декора в скульптурные руки, а часть выполняет обычные строители. Есть как момент, да, что операции должны делать врачи, скульптуры должны делать скульптора, а строители должны делать строительные виды работ, не касающиеся декора. Поэтому происходит то, что происходит. Фасады свежие и новые, покрашены, но уже что-то отваливается. Почему? Потому что сделал не специалист. На тот момент, когда у нас появятся какие-то специальные комиссии, состоящие из скульпторов и заинтересованные в сохранении исторических фасадов, исторического как бы внешнего вида нашего города, я думаю, с того момента у нас начнется действительно хорошая отделочная реставрационная работа по внешним каким-то моментам.